всем здравствуйте, с вами Драйгар, как всегда, и это уже заключительная серия. Для этого мы возвращаемся в храм, и там будет заключение. Ну, вот туда вот нам и надо. То, что осталось от дерева, туда нам и надо. Последний рывок. Знаю, что герои должны прибывать точно вовремя. Кажется, мы свое время прошляпили. Отец? Я прощаю тебя. Дайте нам жить. Выпусти нас. Нет причин для страха. Я хотел, чтобы ты жила. Ты забрал мою жизнь. Ты, ради кого я жила. Это должно кончиться. Давай уйдем вместе. Больно.
Стойка такая боевая у него. Там еще свою дочь колотит, да, как так забиться. Блин, у тебя еще и это двойная способность. Со всех способов разным. Жизнь, блин. Тут высоты. Врагов, которые появляются иногда. Бога!
упаду, управляет. Надеюсь, эта штука надежна! Так. Скорее, к следующему святилищу! Издеваешься. Время же не пришло. Твоего отца на престол. Давай, лезь наверх! Осторожно! Мы несем тебе свет! Что я даже молчу. Элика! Ты не умрёшь! Храни нас, Хармуз! Какого фига?
прочь! Самым козырьком. Удалось еще. Thank you.
Ну и по идее это уже конец. Но это не совсем конец. Тут как бы концовка с... Да нет, это одна единственная концовка. Тут как бы концовка состоит из двух частей. Это вот как бы считается половиной концовки. А да дальше нам надо еще одну часть выполнить. То есть эта концовка состоит из двух концовок совсем. Так, тут бред какой-то, потому что он во время титров должен идти. А он почему-то встал, я даже ничего не могу нажать. А вот. Если нажать Escape, то можно пропустить. В общем, вот то, что она отдала всю свою жизнь, чтобы вот это вот дерево заставить цвести, заточить полностью. Это одна часть концовки. И еще сейчас нужно будет выполнить вторую часть концовки, чтобы полностью эту концовку собрать воедино. Нужно еще создать еще... Нужно еще выполнить как бы вторую часть, завершить. А тут не так далеко. Сейчас вы узнаете, что именно. Есть одно предложение, вариант точнее. Когда свет померкнет, тебе надо лишь попросить. Прости же меня. Ты знаешь, чего я прошу? Если желание исполнено, то дай мне. Так вот, у меня есть небольшой вариант. Вот нам показывают, что мы должны уничтожить все вот эти деревья, срубить. Чтобы заполучить последнюю концовку. Точнее, получить заключительную часть концовки. Вот их чего всего тут 4. А я сейчас хочу проверить кое-что. Можно ли уйти? Но мне кажется, этого мне не дадут. Здесь у нас обрыв, да? Здесь корни огромные этого дерева. Конечно, корни просто огроменные. Сюда я уйти не могу. Вообще никак. И, в принципе, мне некуда туда идти. Там просто горы и все. Хотя вид красивый. Так, ладно. Вот там вот мы везде были. Вон там та башня с красными. Лицо вот светит. Там за место, я не помню уже. Там шары, походу, да? Отсюда плохо видно. Ладно. С той стороны еще сейчас проверю.
потому что я вроде бы единственное, что делал, это я вот эти вот деревья срубал, и там дальше уже сами узнаете. Но я не проверял, можно ли уйти вообще, сам бросив все. Да, шары. Так вот, сейчас проверим, может быть тут можно как-то уйти. Так, ну здесь нет ничего красивого. Конечно, мало растений, а дальше просто пустыня. И некуда идти. Поэтому единственный вариант только туда идти. Ну пошли. Так, ясно. Не с той стороны зашел. Конечно, затемнилось. Кстати, интересно. На самом деле нельзя уйти, да? Интересно, а если спрыгнуть, можно? Нет, тут даже не дают умереть. Я же говорил, здесь даже умереть невозможно. По текстурам посмотреть. Здесь какие-нибудь зацепки, что это сломается вот тут вот. Нет. Вот это сейчас появилось. Потому что она переменилась, оно мигнуло, это дерево, текстуры заменились. То есть сначала одна текстура полного дерева, потом оно резко меняется. Надеюсь, что никто не заметит. И в итоге меняется на как бы. На сломанный вот этот кусок. И вот это вот дерево просто верхушка меняется на как бы это. На просто текстуру, которая должна просто исчезнуть. Заметно. Смогу я залезть или нет? Хотя, может, наверное, надо подпрыгивать. Сейчас попробую. Да. Да ты куда? Вот, блин, идиотина. Блин. Ты еще? С ума сошел, что ли? Вообще наверх немного залез, потом спрыгнуть. Если меняется, исчезает. Меняет текстуру. Вот, кстати, то место, то дерево, которое я вначале сам не показал. Можно отсюда посмотреть на его вид, красоты, корни. Огромные его корни. Она слепила тебя с
Как она вообще на храме выросла? Вопрос. Раньше из этого дерева, как вы помните, тьма вырывалась. Прямо из верхушки. Блин. Забыл совсем про это-то. Потому что тут и это есть. В смысле? О! Он не хотел прийти, представляете? Я знаю. Ты что так долго показывать-то? Если запрыгнем. Что тут вообще изображено? Здесь дерево какое-то изображено, походу, вот это вот. Птицы. То же самое. Здесь немного другое. То же самое. Хотел сказать, я прослушал. Не дал ему договориться. Я думал, на картинах какая-то история, что ли, будет. О, она сейчас стояла, она риснулась. Баг, я нашел баг. Я нашел точку смены текстур. Почему? Потому. Потому что я уйти не смог. Значит, одна песчинка в пустыне. И баги пошли. Ну и все, игра пройдена полностью на 100%. Я пытался, конечно, другую концовку здесь отпереть, но никак не. Но походу ее тут вообще нет. Тут единственная концовка, вот только вот эта вот плохая концовка. Другой тут нету. Странно, конечно, то, что
каких-то играх еще делают плохие именно концовки, потому что обычно в играх делают хорошие, там все хорошо, ну, все хорошо всегда кончается, но здесь решили сделать вот так вот по-иному. Странно, немного не решили концовку сделать здесь. Я пытался как-нибудь уйти из этой самой, по какую-нибудь концовку другую открыть, что ли. Но нет здесь другой концовки, здесь только вот этот вариант, другого нету, к сожалению. А было бы хорошо, если они будут другие концовки еще бы сделали. Но так мы прошли всю игру. Следующий у нас там будет, наверное, уже «Принц Персии. Забытые пески» прохождение. Я вам так скажу, мне вот эта игра, вот эта вот часть, четвертая часть, она мне не очень понравилась, серьезно так. На один раз там пройти, можно, конечно, там еще ее пройти потом, через несколько лет, там просто, чтобы поискать там красоты какие-нибудь, там, потому что вот это вот... То место, которое я вам рассказывал, где башни вот эти вот, мое любимое место, вот этот шпиль мечтаний и там так далее. Единственное красивое место, которое мне в этой игре понравилось, все остальное как-то, ну, обычно. В общем, игра не заслуживает уж такой высокой оценки, я ей поставлю, наверное, 3 из 5, 3 звезды из 5, как-то так. Три звезды и еще 3,5 звезды. Вот так вот, наверное, будет нормально для этой игры. Так, я так скажу, концовку вот эту, где надо было вот в храме находиться, сражаться, вот мне понравилось. Все остальное как-то немного сложно. Ну, вот самое слабовато, в общем. Ну, на этом пока что все. Увидимся в новых играх. С этой игрой мы уже закончили. Увидимся в новых играх. С вами был Драйгар. Ставьте лайки, комментируйте. Играйте в хорошие игры. Скоро будет новая часть «Принц Персии». И увидимся там.